Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Міська рада на зв'язку». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про питання енергоефективності комунальних тарифів, а також в якій мірі держава може компенсувати затрати співвласникам будинків в частині проведення цієї роботи, щоб будинки були енергоефективними і це якомога менше займало гроші. Разом зі мною наші гості. Заступник начальника управління департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Олександр Цацук. Доброго вечора. Заступник начальника обласного управління Ощадбанку Ліна Антоненко. А також директор Миколаївської обласної дирекції Укргазбанку Олександр Реженко. Доброго вечора. Отож, сьогодні я хочу з вами побесідувати про нову ініціативу, вірніше, не нову ініціативу Кабінету міністрів у частині компенсації певної частини вартості утеплення, грубо говорячи, житла. Як з цим взагалі справа проходить у Миколаєві? Яка статистика? На сьогоднішній день в місті Миколаєві ситуація, яка зв'язана з енергозберігаючими технологіями, значить, следующее. Значит, в городе Николаеве, значит, порядка где-то 41 437 домовых линий. Из них, значит, 3008 – это коммунальная собственность, 293 – ОСББ и 58 – ведомственное жилье. Значит, понятно, что жилье на сегодняшний день при определенных обстоятельствах, несвоевременных ремонтах, большим термином эксплуатации имеет огромные вопросы, связанные с энергосбережением. Поэтому, значит, постанова, которая на сегодняшний день, это 231 Кабинета министров, она четко регламентирует, что нужно в данной ситуации. А нужно следующее, для того, чтобы избежать потерь, которые на сегодняшний день, там, например, только в ограждающих конструкциях более 50%, в сетях, которые на сегодняшний день более 40% потерь тепловых, значит, Миська Рада там, вместе с департаментом ЖКХ, с фаховцами ну, различных сферах, значит, решает вопросы, что до по энергосбережению. Значит, пришли к выводу, что на сегодняшний день ближе, чем энергоутепление, значит, домовладений, ну, просто не существует. То есть на сегодняшний день это заходы, которые, например, утепление фасадов дома, замена окон, замена дверей, утепление чердаков, подвалов, крыш, установка тепловых узлов учета вместе с тепловыми счетчиками и так далее. Значит, утепление, значит, сетей теплоснабжающих, значит, это все входит в одну программу по энерго, значит, сбережению, значит, и которая в контексте постановы 231. Значит, по данному вопросу, вот буквально, ну, начиная с первых дней, после того, как постанова вступила в силу, значит, 8 апреля 2015 года, значит, было проведено на уровне ассоциации управителей житла с участием специалистов Николаевского городского совета, руководителей передовых ОСББ в городе, была проведена конференция. Значит, ну, где обозначены, я прочитаю, как она правильно называется, потому что, значит, круглый стол, который, значит, действия и механизмы для практические шаги для реализации эффективного мероприятия по ОСББ и ЖБК. Также 4, 5, 15 в городском совете проведено круглый стол при участии представителей органов местного самоуправления, представителей журналистов Черноморского державного университета имени Петра Могилы, ассоциации ОСББ города Николаева и, значит, заинтересованных специалистов банка, вот Укрбанк, Укргазбанк присутствовал и Ощадбанк. Это те банки, которые на сегодняшний день проводят, ну, действия, программу по... Реализуют. Да, реализуют. Да. Это источник, будем так говорить, источник на сегодняшний день финансирования данной ситуации.
Значит, мало того, что, значит, понимая, что очень-очень огромные проблемы сегодня ложатся на наших горожан в плане, значит, финансирование, значит, буквально недавно, вот 14.7.15, я даже прочитаю, как он называется, был подписан меморандум между Держэнергоэффективность, Николаевская областная державная администрация, Миколаевская областная рада та, значит, и областная рада, Миколаевская міська рада, підписав меморандум про партнерство в сфері енергоефективності житлових будинків. Ціль підписання меморандуму є стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, об'єднання зусиль з частини інвестицій, інвестиційної складової та інвестиційної підтримки населення на впровадження енергоефективних заходів. Ну, наразі триває робота з тим, щоб внести до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, значить, деякі зміни, щоб включити до програми фінансування цих заходів по стимулуванню та, значить, ОСББ та ЖБК. Давайте послухаємо представників наших шановних банківських установ. Розкажіть, будь ласка, про ваше бачення цієї програми, яка ваша участь і чим ви допомагаєте людям, на якому рівні це знаходиться в Україні, і участь банків. Ну, на сьогодні програма працює в трьох направленнях. Изначально план мероприятий по сокращению потребления природного газа был разработан еще в октябре 2014 года Кабинетом министров. И в тот же момент стартовала первая часть этой программы – это возмещение части кредита на приобретение котлов, альтернативных газовому. В апреле текущего года соответствующим постановлением Кабинета министров данная программа была расширена. И в нее добавлено два направления. Это возмещение кредитов, полученных на приобретение энергоэффективных оборудования и материалов, и возмещение кредитов, полученных объединениями совладельцев многоквартирных домов, так называемые ОСМД, для тоже проведения энергоэффективных мероприятий. Ощадный банк, как и Укргазбанк, активно участвуем в этом. Мы... Именно Ощадный банк успешно реализует эту программу. На сегодня выдано в Украине 16 тысяч кредитов. То есть больше, конечно, выбор у собственников частных домов и садовых домов. Да? Они могут как утеплить стены, так и заменить окна, счетчики, поставить солнечные коллектора, водяные насосы тепловые. То есть там перечень очень большой, он тоже утвержден соответствующим постановлением Кабинета министров. Владельцы квартир, многоквартирных домов также могут воспользоваться программой и модернизировать свое жилье путем замены, установления счетчиков, замены окон. Но тут следует учесть, что достичь максимальной экономии в многоквартирном доме можно только объединившись с собственниками других квартир. То есть тут уже включается кредит для ОСМД. Потому что для того, чтобы получить экономию, надо утеплить весь дом целиком. Тобто надо... не можно так, одна квартира будет плямою, да. Надо поставить счетчики учета потребляемой энергии, надо заменить окна в подъезде, модернизировать систему освещения в местах общего пользования. То есть там целый спектр мероприятий, который направлен на энергоэффективность и... В принципе, основная цель этой программы – это снизить зависимость нашей страны от импортных энергоносителей. Зрозуміло. Участь у программе берут только державные банки, или, возможно, залучаются еще? Расскажите, будь ласка, цель. Смотрите, почему государственные банки? Программа государственная. Участвуют в ней три государственных банка. Это Укргазбанк, как мы повторялись, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Эта программа достаточно уникальная, скажем так, в Украине. Почему? Она, цель этой программы заключается в том, чтобы стимулировать наших жителей Украины начать экономить и, соответственно, получить дополнительные финансовые какие-то сбережения, которые смогут выжить в это сложное для страны время и для каждого нашего жителя нашего государства. Почему мы хотели поговорить, почему государственные банки?
В первую очередь государство возложило на нас какие обязанности? Это проверить финансовое состояние людей. ЖКХ не сможет провести качественный анализ, и в принципе это не их работа, это работа государственных банков. Мы специалисты в этом направлении, мы знаем, как работать с кредитами, мы знаем, как оценить платежеспособность населения и, соответственно, ЖКХ, ОСМД, который обратится к нам за этим кредитом. Программы достаточно лояльны к заемщикам, к населению, к юрлицам, к ОСМД, которые обратятся к нам. Нет необходимости в залоге, кредит беззалоговый, оформление его декларируется в районе одного дня, в принципе, можно в течение дня, обратившись в банк, в любое отделение банка или позвонив, получив консультацию, получить уже на выходе готовое решение и с этим протоколом идти приобретать то оборудование, те материалы, которые необходимо установить для утепления своего жилища. А на выходе что мы получаем? На выходе мы получаем экономию денежных средств у населения, экономию энергозатрат у государства, соответственно, экономика наша более энергоэффективная. Вы все знаете о том, что Украина одно из последних мест в Европе по энергоэффективности занимает, к сожалению, хотя мы не Арабские Эмираты там, или даже не северный наш. У нас не бьют нефть. Да, к сожалению, а может быть и к счастью. Это стимулирует нас к экономии и работе в этом направлении. Хотелось... Опыт Польши, например, наши соседи прошли этот этап или нет? Кстати, да, вот интересный вопрос по Польше. Мы отстаем немножко от Европы, скажем, даже от той Польши порядка 10 лет. Эта программа была реализована в той же Польше порядка 10 лет. Она шла тоже с большой натяжкой. Население в первую очередь не верило, что государство заботится не о себе, а о простом жителе, поляки или, как мы говорим, украинцы или россияне, неважно ком. И, скажем так, в первый год работы этой программы, вот насколько я помню, там порядка 3000 кредитов было всего лишь выдано в течение года по всей Польше. На следующий год, когда получив компенсацию, люди увидели, не надо никакой рекламы, они увидели ту экономию и тот эффект от проведенных мероприятий, в первую очередь, это сэкономленные свои сбережения, свои денежные средства, там 400-500 гривен для каждого, наверное, в месяц, это существенная сумма экономии, которая, ну, тяжело сейчас расстаться, учитывая то, что как сейчас тяжело зарабатываются деньги. Дало толчок этой программе. В следующем году порядка там 100 тысяч было выдано кредитов, и потом оно уже пошло без вот этих круглых столов, которые мы проводим систематически, той информационной поддержки государства, которая осуществляет через средства массовой информации, тех наших менеджеров, которые с флаерами ходят по всем рынкам, по всем ОСМД, проводим эти круглые столы, рассказываем, что это выгодно. Конечно. Люди поймут, скажем так. Уже есть хороший опыт и в Украине, майская компенсация, кто в мае получил кредит, уже получил первые компенсации. Это лучшая реклама, и когда они увидят в октябре счет за отопление, за электричество, которые провели мероприятие, они будут приятно удивлены. Зрештою, зараз сама актуальна пора, тому що саме зараз час робити утеплення, робити ремонти, робити оцю термосанацію. Скажіть, будь ласка, не дивлячись на таку широку інформаційну роботу, за вашими словами, але, напевне, я не спостерігав такого великого бажання, принаймні, це не було на перших передовицях онлайн-ЗМІ, не було так червоною лінією на телебаченні. Чому так люди побоюються? Що не так? Чи це в мене склалось таке хибне враження? Ну, я думаю, что количество выданных кредитов говорит о том, что люди все-таки начали уже потихоньку верить в это. И полученная компенсация, вот мы начали в этой программе участвовать с октября прошлого года, я повторюсь, все кредиты, которые выданы вот по май включительно, всем людям пришла компенсация. Единственное, на чем мы еще не остановились, это на размерах компенсации. То есть три программы, три вида компенсации. При получении кредита на приобретение котла альтернативного газовому государство возмещает 20% от суммы кредита. При получении кредита на материалы по, ну, на энергоэффективные любые мероприятия человек получает 30% от суммы кредита. Давайте сделаем паузу и послушаем телефонный звонок. Доброго вечера, вы в эфире. Как мы можем это сделать? Объясните, пожалуйста.
Дякуємо за запитання. Я хочу сказать, что для этого программа и разноработана, потому что вот эта компенсация 20-30 и для ОСМД 40%. Ни один магазин, ни один рынок не сделает такую скидку человеку. А это вот как раз и есть та государственная поддержка для особенно людей, которые не могут сразу себе позволить поменять окно. Хочу сказать, что банки очень лояльно подходят к этому вопросу, и мы рассматриваем и пенсионеров заявки, и всех. Но опять же надо понимать, что установив те же энергоэффективные окна, пойдет экономия потребления газа, и, соответственно, размер сумма в платежке в новом отопительном сезоне будет ниже. Я хотів би підкреслити, що програма, вона розрахована не лише на юридичні особи, але й на звичайних пересічних мешканців. Тобто людина, яка хоче утеплити свою будівлю, вона теж може звернутися до шановних відділень банку і потім вже працювати з ними напряму. Це дійсно допомагає зекономити. Скажіть, будь ласка, що повинен знати громадянин, що повинен знати учасник ОСББ для того, щоб стати учасником цієї програми? Що повинно бути проведено в будівлі, в приміщенні? Ну, пошагова ситуація в слідуючому. Давайте зробимо паузу, послухаємо ще один дзвінок, а потім повернемось до цього питання. Доброго вечора, ви в ефірі. Здравствуйте. Вітаємо. Хороший вопрос, можно я отвечу на этот вопрос? К сожалению, программа рассчитана только на новых заемщиков и через кредиты. Те мероприятия, которые провели вы самостоятельно, к сожалению, государство не будет компенсировать. Но это не значит, что вы не можете обратиться к нам в банк, в любой государственный банк и получить компенсацию по другому направлению. Например, вы поставили окна. Давайте мы подумаем, у вас стоят энергонесберегающие лампочки, а накаливание, это в принципе прошлый век, вы платите очень колоссальные деньги, поставив энергосберегающие лампочки, можно сэкономить денежные средства на электричестве. И во-вторых, я хочу сказать для всех, кто внимательно нас слушает, есть определенные вопросы по утеплению домов. Вот утепление домов индивидуально в большом доме девятиэтажном государство не компенсирует никому. Утепление должно быть дома комплексно. От потолка, скажем так, с 9 этажа до 1 этажа. Потому что есть технические вопросы. Если вы утеплились, а сосед не утеплился, вы наносите определенный вред зданию, потому что перепад температуры зимой со временем приведет к разрушению наружных стен. Это не есть правильно. И, в принципе, я не понимаю наши городские власти, которые разрешают эти мероприятия проводить. Они должны быть комплексом. Во-первых, это некрасиво. Ну, это как бы второстепенно в наше сейчас время красота. Главное, чтобы это было эффективно, экономно и выгодно. Мы вас ждем в любой государственный банк, в любое отделение вы можете позвонить, проконсультироваться. Мы вам квалифицированно расскажем, на какие мероприятия можно обратиться вам за компенсацией. То, что вы уже установили, ну как бы это... Это ваша ініціатива, ви молодці, всі би так поступали. Скажіть, будь ласка, у мене тоді зустрічне питання. У нас дуже багато підприємств, вони займаються проведенням цих утеплювальних робіт, термосанації, пенопласт і так далі. Людина обмежена у виборі цих фірм? Чи вона отримує тільки кредит і звертається до того, де йому зручніше? Ось це ще один питання, касаючийся програми, тому що... Кредит выдается и компенсация оплачивается государством только на приобретение материалов и оборудования. Работы в стоимость не входят. Ну, считается, что работы – это вот как раз тот вопрос, где может быть больше всего каких-то… Работа может коштувати до половины вартости. …нарушений, да, поэтому работа уже осуществляется за личный счет. Но кредит в банке на выполнение работ взять можно. Просто на эту часть кредита не придет компенсация 40%. В фирмах выбора нет, выбирает само ОСМД. Единственное, есть вот в том же, что я говорила, перечне оборудования и материалов, там четко определена толщина этого пенопласта. Вот то, что не просто для красоты сделается, да, или для галочки, а то, что принесет энергоэффективность, потому что в этом и суть этой программы.
Зрозуміло. Повертаюсь до свого питання. Який алгоритм дій мешканців для того, щоб стати учасником цієї програми? ОСББ решив, что им нужно провести какое-то энергосберегающее мероприятие, значит, проводит собрание, где утверждают тот или иной вопрос, вот, и обращается с протоколом собрания, значит, там должно быть не менее 60%, да, проголосовавших, да, по условиям программы, значит, не менее 60%, и обращается с этим протоколом в банк. Значит, они должны определиться с видом работ, что это утепление фасадов или замена окон, или те же, значит, вопросы, связанные с счетчиками тепла. Возможно, это крыша с новым, по новым технологиям с утеплением, чердак и так далее. То есть здесь вот, как бы, вот эти вот моменты, это прерогатива чисто, значит, ОСББ, как бы здесь еще такой элемент воспитания эффективного собственника. То есть люди должны понимать, что они тратят деньги, на что тратят и к чему это все приводит. Ну, к вопросам, связанным с все-таки энергосбережением, это впереди планеты все должны быть. Гаразд. Тоді подібне питання і до представників банківської справи. Що повинен знати людина, якщо звертається до банку за отриманням цього кредиту? Він повинен мати там кредитна історія. Який він повинен бути, щоб працювати з вами? Опять же, два, да, вида кредитів для фізичних ліц і для ОСМД, як для юридичних. Для фізичних ліц 6 простих шагів, в принципі, так, як і для ОСМД. Це определитися з товаром, обратитися в банк по поводу получения кредита. От физического лица надо паспорт, справка о присвоении идентификационного кода и справка о доходах. Или это пенсия, или это заработная плата, то есть те доходы официальные, которые получает человек. После этого получить согласие от банка, оплатить 10% первоначального взноса от суммы товара, который он покупает, получить у банка кредит, подтвердить банку получение котла или материалов, которые, за которые банк проплатил деньги, и дождаться своей компенсации. Все, вот эти 6 простых шагов, которые делает рядовой житель нашей страны. Что касается ОСМД как юридического лица, в принципе, те же 6 простых шагов: определиться с видом, провести собрание, подать в банк пакет документов. Пакет документов, ну, лучше обратиться в любое из отделений банка, мы вам или на сайт, или на сайты нашего банка, или на горячую линию. Но, как правило, это юридические документы по созданию СМД, финансовые документы о его деятельности и смета на проведение работ. Дякую. Одне з останніх запитань. Процентна ставка по цим кредитам, як вона розраховується, наскільки вона відрізняється від загальної? Может выникнуть такое запитание. Процентная ставка у нас одинаковая и для физических лиц, и для ОСМД. Для физических лиц срок кредита, надо говорить, что это 3 года. Ставка 25% годовых. С учетом того, что учетная ставка Национального банка на сегодня 30%, то есть это очень лояльная ставка, как раз вот разработанная под государственную программу. Для ОСМД до года 23,5%, свыше года тоже 25%. Скажіть, будь ласка, де можна знайти більше інформації про цю програму? Можливо, хтось не встигне поставити наше запитання. Смотрите, у всіх одинакових банків, що у Кыргызбанке, що в Ощадбанке, є сайти, на які клієнти, сотрудники, жителі міста Николаєва, будь-якого міста області можуть зайти на сайти, почитати. У кого такої можливості немає. Обращаются непосредственно в любое учреждение установу нашего банка. Наши специалисты проконсультируют, расскажут, что необходимо при себе иметь и какие документы взять с собой. В случае, если нет у людей интернета, 47-21-91, это телефон в департаменте ЖКХ, вас проконсультируют и дадут вам квалифицированную, ну, информацию о программе и так далее. Дякую за комментарии. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми вичерпано. Ви дивились програму «Міська рада на зв'язку». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Ми говорили про енергоефективність та компенсацію від держави. Разом зі мною були заступник начальника управління Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Олександр Цацук, заступник начальника обласного управління Ощадбанку Ліна Антоненко і директор Миколаївської обласної дирекції «Укргазбанку» Олександр Риженко. Дякуємо вам за бесіду. До зустрічі в ефірі. Прощаюся з вами. Дякую. До свидання.